компот лучше варить. Бабушка нам яблоков этих, сухих фруктов. Там надо залезть, посмотреть, есть, нету. Абрикосики или как они там должны быть. Мы их сделаем. И вроде у меня там же смородина была. Сейчас посмотрю. Да, и смородину добавим. Цвет будет классный, красивый. Все мытое, все просушено, все хорошо, все просто отлично. И сахар. Сильно сладкое. Чтоб не было. Чё? Ну всё. Перенька красота. Три сразу же включила этих. Так, где у меня крышка вот такая вот красивая, прекрасная, распрекрасная. Ну, так это не хочешь идти, что ли? Хочу. Так иди. Да что где-то она, иди уже, а? Одевайся. Она ж тебе и сказала, что давай я тебя с собой возьму. Сейчас ты идешь и говоришь, что Сабрина меня не хочет с собой брать. Друг друга доводите. Намазала ей кремом, бибикой называется, по-моему, если правильно говорю. Простуду-то ее мою. Крем заживляет сразу же, проверено. Просто на ура. Вот где зерно дается? Такой фиолетовый. Если живу какой-то цветом, им не надо именно фиолетовые цветочки. Он дорогой такой какой-то. Не помню, сколько мы брали. Тюбик маленький. Не помню даже. Это бибикон. Сейчас покажу. Там уже вот так повыжимали. Но он живет. Ладно, хоть я не выкинула упаковку. Чтобы потом купить такой же. Вот такой вот. Про цветочки, вот я не обманула, здесь цветочки фиолетовые. Он и пахнет так, как бы это. Не противно.